взял и сено прокола, их продать и купить те же воронки, как я делаю это с сердаликами, вот с рубин камнем. Ну, вот это я уже не знаю. Это надо думать. Вот именно. Смотри. Мне кажется, по такой цене их в хуй кто купит. Ну, почему? Вот те же сейчас покупали. Погоди. По цене воронки, может, купить. Так, ну вот, сейчас стрим смотрите, да? Так, вот получается, что? Четыре хуйни. Что, грузит стрим? Не, нормально. Нормально. Все. Так, мастер трансмутации. Смотрим, да? Открываем, блядь, сумку, блядь. А что это такое? А, подожди-ка. Слышишь, что? Я все гильдии начисляю ИП, блядь. Я понял. Нормально. Смотри, просто хуяк у всех пописи. Нормально. А там, когда перезашел на персан, говорит, начислять? Да, начислять, нахуй. Я-то не в рейде, а когда не в рейде, все гильдии начисляются. Так, что там, трансмутация, блядь. Открываем, блядь. Короче, $1 000 000 тому, кого выпадет 18 камней. Ну, давай по одному будем крафтить. Третий зарарник. А какая разница? Прикинь, $1 000 000 А типа это факт, что может несколько дропнуть? Так, ну пока один, нахуй. Сейчас их 4 по одному. Ну сейчас 4 будет просто, и все, типа мы с... Чё? Один, нахуй. Наебало какое-то. ГГ. Еще 2 дать. А хуй ты думал, с первого раза будет? Сейчас будет. Один, нахуй. Ну сейчас точно должно быть. Точно, да, 1 000 000 Можно крутить? Один. Ну все, вон тебя там заряжают. Это малая база, почти что. Я сотню фласок делаю, там всего 10-14 фласок дополнительных выкидываю. Ну, она будет по цене. А вы с 4 внука мне хотите сделать больше. Ну так и чё это? Я не знаю. Я 2 фласки сделал, у меня прокнуло, что у меня 10 фласок, короче, выйдет. Ну, за цену воронки надо больше, чем воронки, ты опять же ну, камни тратишь. Короче, 2 последних кручу, больше не буду тратить воронки. Смысла нету. Да давай я тебе тоже дам эти камушки. Да как хули дому? Воронки давай, блядь. Ты воронки, лучше, да, воронок дай мне штук 100, нахуй. Тогда я покручу вам, блядь. Да я просто напрягу. Я не на метасокет. А когда они добавят в этот, в рулетку воронки? Нет, вот ну, ждем. Ты не понял. Срен, наверное. Через месяца 3 они сказали, в этом сезоне не будут добавлять. Как, сейчас 18 штук. Полироли. Что-то по одной прокат, я хуй знает, хуйня какая-то. А вы уверены, что, блядь, может вообще прокат? Ну, вообще, да. Да. Оно вообще так и должно работать. Короче, низкие проценты, все, блядь. Ну, низкие, да. Хуй там, короче, да. Все, блядь, дед замазался, нахуй, пошел, да? Делайте, ребят. Заскамили на камне. Короче... Вот это? Вы возводите воина на камне? Короче, топ-обидос, это, Т5. Так они мглистые по сотке стоят, блядь. Так, подожди, мне как считать? Вот вы мне камни... Кто мне дал вообще топа, а по два это кто дал? Топа 4 дал, да ничего мне не надо, черт. Это, короче, как оставить, типа, когда будем делать голову кому-то? А сколько ты говорил, типа... 200 гп и по 2 камня каждый. Да, надо подумать. Ну, допустим, если я тебе готовый даю, то да, просто комплект камней дай. Если рега один нету... Один комплект. Да, один. Если рега нету, то тогда двойной комплект и 200 гп. Ну, я вот не знаю, нормально это или нет, или может не вписывать сюда гп. Но тогда это просто будет на усмотрение. То есть я, ну, посмотрю, что ты играешь часто. Ну да, ну, сделаем. Да, таким. Ну посмотри. ГП это, по-моему, перебор. В смысле, типа, что вы хотите это только на Т5 бошки тыкать или что? Я понять не могу. Ой, блядь, как вы заебали. Не, просто это будет лежать... Это будет лежать, нахуй, в этом, в ГБ, нахуй. Мы будем, нахуй, играть год, нахуй. Еще, блядь. И пока, блядь, ОКГР не выпустят, будет лежать там 100 убийственных алмазов, нахуй. Просто будем на них смотреть. Пускай лежит. Да. И воронки тоже, нахуй, штук 200 подкопим, блядь, и будем смотреть, блядь, радоваться, блядь. Скринить, нахуй, для пугов, блядь. Нихуя, смотрите, какие у нас воронки, нахуй. По одной еще разложить. В ГБ по одной еще штуке разложить, чтобы, блядь, красиво было, нахуй. Да я не знаю, нахуй, ну... Ну подумай, типа, насчет этого. Сейчас с ГБ достанем. Ну вот смотри, вот у нас кандидаты кто? Радикон стопудово, Равис стопудово. Да, я хочу ее. Вот, это уже 2 камня. Вот, у меня их 7 лежит, это уже -2. Потом кто? Сет с учетом на ловкость и крит, да?
Да. Кто еще? Топа хочет себе такой хуйню? Эти камни тяжело добыть? Ну, я тоже хочу. Я подожду, камень. Мне пока не надо. Ну, вот видишь, челик подождет. Ну, допустим, седжу закидываем. Нахрена, если аспект собираюсь менять? Вот, надо смотреть, и что люди должны быть уверены точно, что они с этой головой долго проходят. Ну, вот, допустим, это уже минус 3 камня. У меня 4 их тогда остается. Смотри, с башкой... Бошку Т5, ты когда выбьешь? Хуй его знает, когда. Ничего нет ни у кого не головы, Т5. Ну да. Так у меня Т4-3, как бы, и оно мне это даст 2% крит урона и кусок крита. А какая разница, что на Т4-2, что на Т4-3? А где гламур? Они же остаются камни, когда ты греешь. Ну я имею в виду, что я до Т5 у меня никаких изменений с головой не будет. Ну типа да. Короче, у кого бисовая голова на данный момент... Ну, то есть, кем можно лутать? Чё, куда? А чё, как магистра у нас крафтится? Короче, и это самое. Даю объявление в рейд. Летим в око на круг до соляры. С своим ходом. Вот, это пока что. Сейчас я протонусь и полечу в око потом. А изначальная пустота у нас у вендоров нигде не продается? О, рарник. Нет. Изначальная пустота, кажется, нет. Рарник вендорокса. Так, это чего? Что? Это те с ловкостью, да, эту хуйню? Чё нахуй? Так она на аукционе изначальная пустота по 90. Не, я вот и думаю... Два, да? Чё, без ГП оставим тогда эту хуйню? Ну, смысл тоже, люди будут крафтить. Ну, типа, все же фармят воронки, все же ходят, бьют там, хилят. Все фармят. Без ГП оставим, а комплект камней двойной, чтобы хоть камни может, прибавлялись. От 30 ну, да. Давай так хотя бы. Давай. Где это прописать лучше, чтобы удобнее было? Вот в тему Т5 текстовый канал все же заходят. Давай тут им пропишу. В правилах, наверное, просто. В правилах? В Т5, наверное. Ну, я сейчас тогда, типа, закину тебе комплект. Да, я сейчас тогда закину комплект. Ну, хотя я тоже запущу. Кто успел, тот и закинул, блядь. Блядь, чего закидывайте? Чего скидывайте? Ну, типа, потому что, ну, реально, 2 Т5 я, возможно, отъем. А линканите этот агиловский камень, который... Скоро, блядь. 4 это вообще пиздец как не скоро. Ну вот, написал, что получить английский алмаз из ГБ, нужно дать мне Войду все 6 БК камней по 2 штуки. Нормально? Все. Ну, кроме уже, некоторые уже дали. Нихуя. Ну, топа получается. Типа по ветеранам или что-нибудь такое. Что-нибудь, только активно редящим челом. Тот человек, тебе каждый придет... Да, как по мне, ну, надо, выдавать надо... мейн составу, ну, да. Ладно, типа тем, сейчас... кто ходит постоянно. И пусть вставляют при тебе этот камень. Не, ну как-то продавать да, нет, его, это уже вообще ну... бред. Не, ну, вставлять то дело каждого уже когда. Я продал бы. Нет. Нет, тоже нихуя. Нет, вставлять при мне. Ну нихуя себе. Но он так... стоит полтинник минимум. Это гильдия. Даешь всего 2 комплекта. Да, гильдия будет фармить воронки, а ты будешь, ну, подходить ко мне, ну, камень там брать. И, ну, это как-то подозрительно, блядь, нихуя себе. Воронки-то вон по 78 выставляют. Поэтому я тебе и говорю, мейн составу отдавать. Мейн составу? Ну, мейн состав... Усмотрение ну, твое, короче, Слава, кому на, дать? На усмотрение, это, конечно. Нет, надо вставлять сразу в голову. Слава надо. Будет щедрый и просто будет раздавать. Да, вопрос, этот камень делается из 6 БКшных камней всех цветов? И воронки. Да. И воронки. И воронки? Нихуя. Что, ну, получается, одну воронку надо. Дай мне камень нерарник сделать. Короче, написал на усмотрение ГМ, блядь. Так, чё это? Это я. Уёбаный в рот. Так, топа, мне тебе как считать? Что ты просто давай я ждал? Давай или мне камень и всё. Камень давай. Я всё-таки вставлю, всё равно ещё месяца 2-3 бегать в этом. Ну вот именно. Так, давай, сейчас я, блядь, соображу. Так, топа, потом мне кто шелфир дал. Шалфир что, крит-крит делать или что там надо? Крит-крит. Не, ну это в принципе рецепты у вас есть. Это я вам просто мглистые выдам. Теперь мне смотри, мне надо выдать кому? Седжу, топе, шалфиру, да? Это минус 3 камня. Потом кто еще?
Хиловские камни какие-то там есть такие Хулидринг? Вообще? Вадикон, я тебе дам камни. Я в око подлетаю. Хиловской я сделал в этом, как он называется, на Друидисе, по-моему. Сейчас гляну. Да и Т5, когда будет, я уж сам на своих даже голду поставлю. Себе все. Да, правический я взял на друида, если еще рецепт есть, если там листья надо. Так, Хулидринг, что тебе надо? Камень. Сейчас я ГБ поставлю. Камень. Камень где-нибудь там. А что, портал до этого Ария 52 только эти могут? Дегенераты? Из наших у кого-то есть уже крит? Плюс крит. Кто? У меня есть. Вадикона тоже. У меня крит, ну, крит урон. Кастерский. А ловкость крит есть? Урарник, ты где, бля? Я сейчас квест сделаю. У меня есть, у Зози. Вадикон, а ты где? Ну, Вока прилетел. Цумоните тоже, блядь. Там есть то у камня, блядь? Я тут, блядь. Может, лок есть у вас? Лок? Пошли, топа. Все, Урарник, я не кидаю тебе проглос. Давай, давай. Потом доделаю квест. Цумоните. У кого можно глянуть из гильдии прям все камни эти? У меня не все, у меня 5 штук. У Рарника 2 на танка и на Эрпала там. И на через Югу смотрится или через что? Да. Открываешь гильду, вверху там, где данные данные игрока, выбираешь. Вот так проще, я линканул, смотри. Че, кому там ловкость крит надо сделать? Мне. Ну, Вайда есть ловкость крит? Урарника есть топ. Да, да. Кому я там дал? Шелфир, Хулидринг. Кому еще? Я могу через атаслут там не сказать. Рависту. Рависту дал, да? Да, да. Только что тебе сдал, ты мне дал. Я через атаслут, короче, скину все камни. Ну что, самое все надо, теперь башки нет альтернатив. Хочешь не хочешь. А Вайша еще и быть полгода до нее по-любому. Так да там же... для совы чуть ли не 2% урона. Ты мне не давал, ничего себе, жужжу камни. Я дал, сейчас, дал тебе. Вадикон. Там прикольно, кстати, камешки скажу. А я тебе камень ложил в этот, нет? Нет. А куда, в гильду, типа, в гильдбанк? Криптоэвил, ты? Нет, ты мне сейчас давал, ты что-то не заметил. Да, я тебе трой дал. Так, зачем ты вот, я скинул все камни в этот гильчат. Зачем мне там уже линканули, нормально все, более через Юву. Ну это зато все камни. Да. А я тебе равист дал камень, это самое. Я бы тебя. Как знаю. Он? Мглист я тебе дал, да? А мне подожди, мне надо его как-то самому, да, сделать или что? Я сейчас найду. Тебе шелфир крит урон, да, надо сделать? Да, крит. Ну ты 4 камня дал. Шелфир, крит. Там же, кроме мглиста, тобой ничего не надо больше. Измещу передал. Мглисты и все. Все. Сейчас дам. Кому рарнику отдать, чтобы он мне доделал его? Кто еще сумонит? А мне еще не дали. Вот, Слава, можешь открыть меня глянуть. Угу. Полетели. Ловкость, да? Полетели. А, вот, да. На трэше сейчас проверим, как вас камни там, блядь, помогают. Камнями закидают сейчас. Помогает здесь. Вадикон, ты это... Ну, летим, короче, в Вока там уже. Я в Вока жду. 7 штук должно упасть. Я тоже подлетаю. Тогда 2 мне дай. У кого-то в кулинарке изучены все рецепты личевские? Заебись. А мглистый алмаз из чего делается? Короче, забираю у всех ассистов. Дай мне ответственного. А можно тоже камешек получить? Большое спасибо, Вадим. В смысле нет, блядь. Симон. Ну, так как можно, ой, только я нет. Понял, блядь. Я а понял. Чё, статы от этого камня не видно в этих... Что хуэл? Так, топа, те мглисты, да? Ну вот я топе, если даю, это будет у меня... Останется один камень только. Чё, ты у меня 2% не добавилось. Слышишь, пока воронка фарм идет, включи и перейди в начисление. О, всё, сразу чувствую мощь. Сразу говорю, чтоб все летели в инст, блядь. Один... Будет вне инста,
нахуй кикнем. Один... Не было такого, что кто-то АФКшит, блядь, а все ебенят. У тебя пассист есть, в принципе, можешь проверку на помощника делать. Это самый... Это поставьте кто-то один ГБ, гильдбанк, а то я меня КДС ловил. Только 10 банков не ставьте, один где-нибудь сбоку там. А это мглистый где берется? Мглистый алхимики. А, понятно. Так, ну все, один. Но у Славы есть рецепт, плюс он трансмутатор. Есть шанс, что с одного сделается больше до 18. А чтобы, короче, этот мглистый сделать, надо воронка, да, и еще там что-то. Да, и 6 разных БК камней. Угу. Кто шумит? У кого, блядь, не аж по уху, блядь? Ты имеешь в виду эти сердолики? Сердоль, алицид, гиссанит. Ну, короче, вот каждого по одному. Полный комплект. Каждому по одному, да. Так. Сейчас стол дамажил, короче, друид-инвалид шаманом. Где? 20-шку держал. А чё, блядь? Нужно 5 КДПС больше. Идите, этот, кто-то 2 ДДшника суманите. Ну, блядь, мы тут сдохнем просто. Призан, ты... Вот, призан в хиле. Гламур ушел просто. Призан, давай в хила, потому что мы подохнем нахуй сразу. Он и так в хиле, призан. Так, а эти камни, наверное, очень дорогие будут, да? 100 камней. А, блядь, психи, блядь, пиздец прям. Навариться все. Ну, воронка, потому что воронки все. Кого самолет, представьте? Да это понятно. Вот почему мне... По 40 тысяч, блядь, и поставили по 40. РМТ-шеры. Вот почему мне Вовка не нравится аукцион. Здесь нету фиксированной цены. Да, хотя бы верхняя, нижняя планка, чтобы какая-то была, да, чтобы да, нельзя было выше, ниже поставить. В это, в Black Desert у меня, ну, персонаж там есть, вот там прикольно, там, блядь, максимальная цена и минимальная цена, ну, и вот между ними, ну, что хочешь, то и ставишь. Ну, вот было бы заебись, если бы тут так было. Да, вот было бы прикольно. Ну, типа, я бы вот не против, чтобы воронка, допустим, нахуя на 50 вообще? А, например, можно было бы так свою шмотку снял и продал. Да? Чтобы она стоила, знаешь, ну вот от 20-ки до 25, все, хорош, и больше нахуя. И чтобы никто не мог поставить больше, выше или ниже, блядь. Ну да. Сейчас же контент опять же, да, будет дальше? Ну. Угу. А у тебя Т4 же не нужна, раз снял, пошел на аукцион, продал. Пусть другие пользуются, да? Да. Но что, прежде чем ее продать, с чарками, там, прежде чем ее классишь, продать, как бы надо так... все чарку и камни. Да, снять. Да, она с ним, не, она автоматически все уничтожает. А куда призен полетел, блядь? Чары. Призен, ты куда полетел? Снимались камни. И... Такой, ну раз поношенная, чуть-чуть скину цену, да? Что, воронки фармить? Да не, Сирус никогда такого не сделает, они же, блядь, хотят бабки получить. Не надо, даже такого никогда не сделаю. Просто на Сирусе у многих игроков там голды чуть ли не миллиард, и аукцион, он выводит ее из игры. Это как, самый... как он миллиард может быть? То есть на несколько аккаунтов? Ну, слышишь? Ты на одном серваке можешь иметь не более 2 миллионов 140 тысяч. Этот самый Рианти, давай спекнись во второго ДСшника, чтобы мы не дохли. Это типа не мешает им несколько аккаунтов создавать топ. Только если так, только на одном аккаунте имеется в виду. Это была метафора, если что, топа. Ну, блять, я занимаюсь только. Финрок, ебани типа Рианти. Ой, зачем второй ДЦ на впати? Сука. Да, Мы мешаемся друг другу. Да не мешаетесь вы, блядь. Это в голове у тебя вы мешаетесь, нахуй. А у меня рейд падает. Мы мешаемся. Значит, надо хилов нормально. Ну, значит, вот начинать. У нас есть 2 шамана. Все, меньше пиздежа. Вот сейчас уже считайте рейд. Сейчас это даю отчет из пулю бабу. Лутера там, нахуй, дрейд. То у нас, блядь, мы падаем по КД, нахуй, на этой хуйне, блядь. Это вообще не решает проблему. Все, они решают, блядь. Нет, нужен трахолик, нужен. Артема нету. Я холик. Ну вот, где твой ДЦ, все, видишь, до связи. Ну вот видишь, блядь. Это от того, что на холидринку он сорвал. О, блядь, еще и видишь, и меня еще уронили, блядь. Я понял, нахуй. Танки Агрони держат. Танки Агрони держат. Ну не прожались. А где наш мейн Палпатин? Интересный вопрос. Нету нахуй. Где наш мейн Палпатин? Холидринку. Ой, блядь. Пиздец, буря. Пизда. Холидринка, цените вашу смерть.
Блять, он еще и выжил. Хорош там уже, блять. Видишь, там пол хп сносят, но. Могу идти, ебаные. Ваншот. Вот, насчет вчерашнего, смотрите, написано в рейде, Серджу, МВП Хан, инвалид применяет возрождение. Я не применял возрождение, как и вчера. Нет, сейчас, я Брей, знаю, сейчас. Я знаю, что ты применял. Ты применял аддон Хилбот, называется, нахуй. Правильно? Нет, у меня только Вуду. Ну вот аддон Вуду то же самое. Значит, когда ты открываешь заклинание, открываешь, вот сейчас бой кончится, открываешь заклинание и смотришь. Там есть сочетание кнопок. Есть просто мышкой тыкаешь, там есть этот воскрешение, нахуй. Возрождение, блядь. Вот, чтобы такого не было, надо просто переназначить тебе клавиши. Валера, а где Влад? Это... Регеша. Каски, кулаки, ребафните, народ падал. По-моему, он две недели назад обещал, что на следующей неделе... Топа, это будет по КД, нахуй. Не, это не будет по КД, если начать нормально играть. Вот прорицатель бьется в первую очередь, он превращает людей в контроль. На полы тогда сдавайте. Да я даю по КД на пол. Просто не надо играть как бичи какие. Ну вот это что, блядь. Нахуй. Ебать, ты испарился. Я хуею нахуй. Шишка получил полбу шишкой. Пиздец, алмазы не апают, нихуя походу, да? Господи, я друг в контроле. Зря по рунке потратили. Надо полный мир. Войси не поставил никакой? Нет. Где еще 4 тела? Хули толку, я бы так же падал, нахуй. Ну это да. Да не, ты у тебя просто нету камни ебать в голове, а так бы точно бы выжил. Ну, блядь, голова в голове, блядь. Голова в голове? Нихуя. Ну хоть не в жопе. А у тебя остался еще один камень остался? Вот, во-первых, прорицателя надо бить в первую очередь. Вот. Во-вторых, надо контролить сразу ученика. 6 я выдал уже. Вон ты это написал. Ну, значит, один еще остался рожей. А там так-то дешевый крафт. Не считая. Ну да, воронки. Не считая воронки. Не, вот у меня камней хватает на 6 штук. Правда, когда мне сказали, что там нужна воронка. Все у меня резко стало хватать на 0 штук. Это там смотрите, чтоб бафы были. Я вот не вижу каски на себе. Кто с палов там что дает? Вот у нас пал только 2 пала, да? Я кулак МП 5 раздаю. У меня 74 тысячи не должно быть хп. Сейчас еще на банку выпью, блядь. Не, знаете, 2% все-таки чуть-чуть ощущается. Медведь просто. Ну 2% крита это много. У меня, кстати, я прям шел власти не видел ни разу криты за ну, по пятнашке. Пока не там, короче, сейчас каска 8% и этой нету. Крика на хп нету. Вот. 2000, вот они. Ну так давайте всю эту хуйню. Ну крика на хп нету, блять, похуй. Получается без Палпатина понял, да? Травить боссов или что, я тут не понял. Кто там каски дает? Дайте каску по друидам. 70 тысяч. Разбахай каски. Сейчас превратит кого-то, блядь. Это, у меня проверка, через... мне надо будет отойти на какое-то время. Кого-то, блядь. Медведя чуть не отпиздохали. Кто же это мог быть? Здесь будет Андур избранный. Нет, кого-то превратит. Опа. Попускаем. Секунду, блядь. Сержу превратит, попускаем его сразу, блядь. А можно его шотнуть одним? Можете, нет, это не пульт, сейчас не пульт, а. Ледяным шоком его можно шотнуть, если что, ладно? Да, да. Всё, давайте пульт. Ты меня не превратит, не проку. Потом паладином на риге будете скидываться, нахуй. Это, вы там вот этих мелких, отойдите, уйдите, уйдите, уйдите. Ебать. Бищи, блядь, вы же знаете, что он крутит. Надо заранее уходить от него.
А че сколько ВП хант выдает? Двадцатку дает уже? Да тридцатку? Тридцатку дает? Хорош. Побольше, чем ты. Где-то так. Нихуя, отбегать научились. Ебать. Ну это сильное заявление, что он больше меня дает, с учетом того, что он как бы одет. Хотя... Что я хил, да, блядь? Зачем зашел выяснять сейчас, типа, что у тебя хант охуенный? Нет. Варда, он сказал, побольше у тебя, ебать. Ну, как будто ты ебался, да? Сарказм очевидно был. Опа. Воронка. Опа, уже купилась одна. Ой, ебать. Это сейчас мы это... Консультация факта. Нет, это был сарказм. Это было постороннее, как у Мэдисона. А, ты не понимаешь? Так, это завтра в 12, кто это... Заходите, короче, сгоняем там по я силу. Завтра работу проебаю, проебываю, поэтому... Да? Что сгоняем? Короче, этот... хочу все кару, собирались. Кару 10 обычку там. Ну, штучки 2, может. Может, ТТГ 10, может, ГМО. ТТГ. Надо ТТГ. А, ты имеешь в виду на сбросе? Надо, ну, после сброса, ну, в четверг. Зуламан? На сбросе рыбачат. Насчет Зуламана не знаю, ну, там по настроению. Ну, кару надо точно штучки 2 пробежать. Там, блядь... Вручную рыбу можно ловить на сбросе. Шарик, блядь. Сегодня что у нас? Она в бросе. Рыбаки есть? На бросе. Так, это... по одному, короче. Ну, или знаешь как, или знаешь как. Вот я тут останусь, Вилаша одного заведет. Веди второго, ты его туда в угол заводи, а я своего заведу в этот. Я буду вот тут стоять. И кто-то меня выйдет и хилит. Друид инвалид, допустим, выйди сюда. Вот тут я буду в уголку стоять. Короче, я тут буду с ним стоять, потому что пошел ты трейд нахуй. Вот все, они пускай того бьют. Как мало хп будет... Там двоих хватило. Там два летят. А, да? Ёбаный в рот, нахуй. Ну, блядь. Бугл, дайте Саня Бугл к Саве, пожалуйста. А третьего танка нету, да? Ну, я не знаю, ну, о, держитесь, блядь. Хуй пойми, значит. Зергайте быстро одного. Дайте Геру. Сейчас, давай. Метку поставьте, кого зергаем, блядь. Сейчас поставим, блядь. Вот, череп убирайте и зергайте. Кто сдох, очень быстро бежим, резаемся и издалека бьем мобов этих. Резайтесь быстрее. И череп, ну, вы другой бьете, что ли? Бейте череп, нахуй. Понял, блядь. Это хуйня. Не, по два это хуета, нахуй. Я еще одного спулил, блядь. Хорош вы. Ну вставайте, бегите, хули. Ну, вставайте, бегите, хули. Я переагрил. Ебать, это залупа, нахуй. Дежавю какой-то. Кринж, нахуй. Уже сока. Хуярьте, что там? А, там по 10 лямов. Хули, это ж пиздец. Я помню, у лича там меньше 10 лямов было в 10 оп, нахуй. Сейчас что, лич, 3 лича бьем, нахуй. Вставайте, вставайте, не лежим, блядь. Начисление вообще идет? Нет. Должно идти, а. Блядь. Так сказать, черт, она отхил не помогла. А, нет, не идет. Ебать. Не идет. Да, петушара подлетел 15 тысяч, дал в голову, блядь. И даже ты камень не помог. Вилки прожимайте, всю хуйню там, ну, сейвитесь как-то. Я понял. Блядь, как ложный, сейвить, ложный нажимай. Гвоздь прожимается. Жми, блядь, складывает за тысячу. Где? Нет, где гвоздь? Я, сука, за стеной нахуй. Вы что, не понимаете, блядь? Алло, блядь. Нахуй, если я сюда зайду, вы все сдохнете нахуй. А, да. Хорошая идея. Давай, заходи. Не-не, мы реально сдохнем. Выйди какой-то один хил меня похилить. Или что? Я жду, я жду и хит. Пиздец. Вы убейте череп уже, блядь. Дядя, ты подожди. Это пиздец, нахуй. Много вопросишь, трех лечей сразу завалить. Все. Ну, блин, мужики, хороший день сегодня, да? Все, идите бейте, блядь. Теперь два на мне, нахуй. Теперь это на войда выйдите, кто-то хилит. Ну, вы, конечно, сдохнете, да, блядь. Сейчас там будем меняться по очереди, нахуй. Давай, дубовую сразу отдавай. Так тебе, на тебе, Инер, блядь. Опа, минус хэва. Угу. Кринж, блядь. Опа, инвизибл. Опа, и когда бежите, там, ну, сразу бафайтесь. Можно мардаунт этот, у нас... если можно? Все там ебаты. Есть, вон там, блядь, всякие хулидринки есть, все там есть. Маба, заберите. Ну, правда, ну это так. Ну, хули поделать. Добейте череп и заберете этот крест. Лоу хпшный. Опа, на синтек напал. А где кто Вилаш? Заберет-то его, она, блядь? Вылетела. Ну, никто нахуй, ну ебать. Падаем, ложимся, расход нахуй. Не, все нормально. Или одного. Блядь, старый гений, блядь.
Спекайтесь в танках кто-то, нахуй, кули. Вилаша вылетел. Вон, у кого 5 мультов там? Давай, синтек. Видите, нахуй, забирайте крестик и все, и туда идите все за угол. А то этот пидор будет у вас... Он свищается у вас, вот этот, который на мне. Кринж, нахуй. Опа, мордаун захилил. Все, сейгл, брат. Да я бы выжил, блин, что ты там хилишь мне? Что ты там... Эй, я вообще-то тебе этот дал. Ёбаный покос. Лишний похилил. Ой, бля. Че он летит на... Он обратно к тебе летит. И хиль там отстраивает, я похиливаю, да. Окей, окей. Я НРКД нахуй, так что собаку вызываем, блядь. Да, пофигу, я буду жить вечно. Инер, мордаун. Опа, а где он? Не здесь. Ёбаный рот, блядь. Челики вообще... Выдал, выдал. Синтек нахуй. Как дела у тебя? А чё курица? Да, она всё, она заявилась. А ты выявилась? Не трогайте её. Пиздец, нахуй, я хуею. Иди эту петушню. Опа, мордаун, сука, не засейвила, сори. Блядь, мне просто два раза тычка заехала, я понял. Опа, я Вилаша вернулась с твоей. Блять, я такую камеру ебал, нахуй. Реально, охуенную, типа. Чё хвастаешься-то? Не, по факту Ока Буря оправдывает свое название, только Буря не это, в пятой точке. Бля, сейчас бы побить. Только Ока в пятой точке, да? Нет, Буря в пятой точке. Мне кажется, вот с этих мобов надо, чтобы, блядь, ШМ какой-нибудь падал, нахуй, в награду. Да, да, даже два. Еще и Волонир. Это просто ШМ, как Скильдонос, только лучше. Не, знаешь, ШМ там 290 падает с проком на 450. Пяти воронок бы с каждого моба. Я понял. Блять, мордаун пришел и так же ушел. Просто ребафать надо людей на ходу сразу. Никакой ребафать, я подошел, они просто въебали, да. На хп сразу, каску ему сразу. Ну так а хули, если она 25 тысяч сносит? Сколько она этой хуйней сносит? Я в танка, я синтек в танк. Какой танк, нахуй, ебанулся, мы подохнем нахуй. Ничего. Без эти ману, блять. Вот рыба. Седжу, глянь чарку на мой поезд. Бой? Бой упал. Ух, неплохо сходили. Как выжить, да, блядь? Пиздец, я сейчас тоже на здоровье поставлю. Это бис чарка. Нахуй ты. Дайте тоже магия. Я что-то не врубаюсь, это... Что-то у меня 2% не прибавилось. Да все прибавилось, только 1%. Тебя наебали. В смысле? Она типа не отобразилась, что ли? Да, блядь, понятно. Урон. Да день сними. Крит урон у тебя увеличился на 5%. Критический урон, да. А где его посмотреть? Не на 5 увеличился, а на 3. На 2. Ой, на 2, да. Крит урон, он не отображается в этих статах. Его нельзя, да, найти. Это увеличение твоей криты. Урон твоего крита просто да. Поднимется на 2%. А почему тех кинцов из Истребиного Феникса не это самое не ловим? Ну да, кстати, тогда мост крит урон должен. Стамина всем. Это то есть еще будет у дворфа сколько там? 4 или 6? Сколько у дворфа черного железа? Истребиной феникс ловить будем сейчас или нет? Да вон на Лара сразу лови. Не-не, скажите ловить, не ловить его. Разрешаю. Бен, сколько у этого, у тебя, у дворфа черного железа критуров? Спас тебя, видишь? Рыгаешь. Нет, это типа... Сам ты рыгаешь. Отлетел. И в этой полетел. Ебать, кринж. Он вас вообще там разносит налево, направо. Это он вот, мне вот просто интересно, он так челиков через щиты разъебывает или на них щита просто? Не-не, я видел, не было. Слушайте, это МВП хант, а попробуй, ты можешь приручать дракондоров вот этих? Может он выгнал? Нихуя, да, давай приручим и Келли убьем, и робота разъебем, блядь. Чисто птеродух Келлем, блядь. С такими бетами, да? Тиродуктером. Не, ну типа, если приручить можно, то можно скипать. Нет, нельзя приручать. Ебанись, вот как его приручить, если он... Какого он там уровня? 81-го. 81-го, ну. Не, ну если можешь, приручай, ебаный. Не, подожди, подожди. Чтобы ему приручить, надо ему стоять, кастовать, а он же его убьет. Ну да, с одной тычки. Он откидывает. Не, он говорит, не можете слишком высокого уровня, типа ты хуеплет, иди отсюда. А чё, хан слабый? Он вот должен быть это ниже. Апни, короче, 81. Ну ты задонатил игру 1005, глядишь, можно будет? Да. Стой, вот сейчас отрыву сагру, подожди.
Ингрид это Бенстиллер? Да. Да. Нихуя. А я думаю, куда он пропал? Он уже беги. А я думал. А я посмотрел, смотрю, у него епшки, я думал, он надо такой, урезать блядь, ему. Нахуй. Ебать, он черный. Черный? Yes, sir. Ты должен был бороться с тьмой, а не примкнуть к ней. Зеленые какой буквы. Какой тьмой это для кастера и макласс сейчас? Шоколадное молоко, кстати, лучше, чем обычное молоко. Да, ну, знал, да? Реально? Какое? Шоколадное. А, хорош. Типа там Nesquik, да? Ну да. Космостарс, знаешь, там, да, шоколадный. Ну, все вот эти взрослые. Да, да, да. Ну, ты понял, что мне. Я вот так иногда задумываюсь, вот как Майкл Джексон, ну, стал белым, да? Он же просто, ну, такой подумал, нихуя себе, ну... А какие... Но если в солярии можно сходить, как бы черным стать, почему нельзя обратно сделать? Нет, черным ты не станешь, ты станешь загорелым, блядь. Его просто лимоном натёрли. Капеллания кожи какой-то было. Он как капеллания, блядь. А, рак у него был, да? Какая-то хуйня у него была. И вроде как он потом... Ну да. Не, вообще он хотел стать белым. Он хотел, начал... Это да, он хотел, но он светлый из-за болезни был изначально какой-то. Не, он нигером был, ты чё? Он просто хотел стать. Ну типа, он и умер нигером, как бы. Ну типа, блядь. Белый снаружи, чёрный внутри. Танцы танцами, а как бы РПГ всегда в кармане. Он говорит, знаете, это... Нихера, блядь. Хорош, нахуй. Это как, знаете, этот Сникерс белый шоколад. Ну да, типа, сверху белый, а снизу... Почему вы туда заходите? Ну, вы же понимаете, что я зал. Почему вы обсуждаете это? Не, просто Майкл Джексон это легенда, блядь. А-а-а, мирового масштаба. Это просто напомнил, успел дать. Его просто лимоном натерли, вот он побелел, чё. Отбеливайте. Чисто... Это как с чёрным чаем, картошкой, нахуй, чисто крахмал. Во всём винот отбеливайте. Ну да, там же так и написано, в этом, заходишь, короче... Википедия. Дворфы чёрного прикола 2% дают, вроде. Да, ещё они силу крита дают, блядь, себе причём. Ну, короче, они как и ридарки, я понял, дают. Примерно. А не только себе или рейду? А рейду вообще должны давать. Фемилики, получается, лучше эти черного железа, да, дроп? Ну сейчас, да, сейчас самое лучшее это дроп черного железа. Это на кассе. Эйсис на долларов. Ну, одно и то же примерно. То есть, в принципе, я могу их и на принципе и на мили, и на РДД, да, пихать? Да. Ну как ритар. Просто универсальный раз. Ну, если в комбу-то буду переделываться, тоже надо будет это ЧБД делать. Ну, всего лишь. Месяц на Альянсе или, блядь, 200 тысяч. Ну, то лучше 200 тысяч. Дайте репетом с там потом. Или можно еще вот винком качнуть за 100 рутиком, да, 200 рублей, блядь. Лежит уже, дайте покаяние. Множитель критического эффекта всех атак, способности заклинания увеличена 4%. А там сбили. А вероятность крита на 1. Вот это билка дворфов. Там еще тик еще и урон просто есть. Одного до трех, протикать туда-сюда. Короче, имба, бис и просто хуй. Да у них там еще какая-то прожимка. Не, он тикает. Че? Сейчас переключить. Ну, там у дворфов активная накидывает же увеличение на синего урона. Не, я про пассивку, которая тикает. Там просто одно процент. Не, подожди, открой. Она стакивается. Точно. Накидывается. Ты у нас стакал до трех, а на тебя побоюсь. Ты печатью порчи бьешь. Нет, у него печать повиновения. Ну, мне просто по боешке. Да я мертвый был, я бежал. Она тикает. Сейчас вот он не ответит, слово тикнет на хусейн. И в гильдии тоже. Чё, просто. Чё ответить надо? Чё сказать? Я боешка тут. Бисовая. Я хилю даже. Здесь и голды. Нихуя себе боешка. Синтек примет удар на ханта. Да, кстати. Ханты вот ПБ не забиваются. Хуёв не забиваются, им нужен РПБ в любом. Нет, ханты не забиваются в РПБ. Братик, кто тебе это сказал? Покажи мне этого человека. Эх, это был сарказм, ну ладно. Пиздец. Пиздец, ты что-то сарказм не умеешь, походу. Ты не умеешь сарказм, ты так говоришь серьезно, а потом... Да, это сарказм. Ну, вообще-то да, так я себя делаю, типа, я могу что-нибудь сказать на серьезных щах, понимаешь, знаешь, лицо даже серьезное. Потом... Всегда так я, короче, говорю. Да, я на серьезных щах подхожу к мастеру, говорю, у нас краска кончилась, так он пошел, спиздил у других мужиков.
он пошел на, ну, это, на шестую проходную, и там у других ребят спиздил краску. Они прибегают, все красные такие, быстро, блядь, переливайте в нашу банку. Ага. Это нормально. И че? Потом сидели, угорали, что он, блядь, взял. А, ничего, а ты че? Тихо спиздил, ушел, называется, нашел, да? Да, ебать. Вы бы видели их довольные лица, пиздец. Будет с каждым днем все больше, нахуй. Да лучше пусть угукает, чем, блядь, хуесосит просто так. Ну, вообще. Сука. Одно другому не мешает, заметил. Пидорас. Скажи спасибо, что он программу не включил. Пидорасин. Ну, программу зато зарешала, мы Халиона убили. Какая программа, блядь? Че за программа? Никакая. Спокойной ночи, малыши. А, я понял. О, чертеж, чертеж. Дайте чертеж погонять. Ученик звездочета, блядь. Ебануться нахуй. Как ты это делаешь? Ой. А еще, короче, зарплата пришла, я теперь богатый. Че, звездолит забыл, кто мы сегодня? Это, если сдохнуть не хотите, там... Купил чипсы за 20 рублей. Нет, кто рецепт просил? Там, просил рецепт. Там кузнечка должна быть. Я, короче, придумал, как решить проблем с ОПС, но просто новый комп куплю и все. Не поможет. Да ты что, блядь? Да. Если ты хочешь насирую... Сам догадался или кто-то подсказал. А, если воронка. О, вороночка. На Сирусе ФПС поднять, бери уже древние. Уже два камня купили, тупо. Это... Мне зарплата пришла, я смотрю, короче, 30 тысяч, я думаю, нихуя, это я могу еще, короче, поработать пару месяцев и купить что-нибудь нормальное. Смотри, там, потом ты работаешь... Типа там дорогие чипсы. И все на пиво проебешь, нахуй. Да, понял, нахуй. Нет, я не пью уже 3 недели, между прочим. Может, сильно. Ебать, ты жесткий. Нихуя себе, блядь. Ну, сегодня-то зарплата пришла, сам бог велел. Ну, я купил себе энергетик. Нихуя себе, 46? Что такое веселый? Так, не пей эту хуйню. Просто будет зависимость огромная, ты ему знаешь, хуёво будет, я тебе сразу говорю, по своему опыту. А ты потом, такая будет ломка. Молодым, нахуй. Да нет, там даже если не помрет, просто ломка будет ебать какая, если ты будешь там очень часто. Да куда вы, ну зачем вы, встаньте за угол, что вы делаете, блядь, ищетуйтесь. О, может прям реально зависимость начаться, жесткая причем. Даже похлеще ему на коты. Ты про что, я прослушал, Брюс? Про энергетики. Ёбаный. Нет, просто сердце посадит и все. Никакой зависимости там организм не будет. Садится весь. Не только сердце. Только сердце. Я уже не посадился организм. Хотя я месяца два, ты наверное, съел. Не... Прям, кстати, это было много. Ты думаешь, два месяца это много, что ли? Он подкурен. Ну, считай, два месяца. В неделю покупал на банок по 40 точно. Нихуя, не. Не, тут лучше прям на банке написано. Один раз в день, все, я пью это каждый день. Это все наёбка. Да чё вы там пьёте? Я по 6 за 2 часа упал. Вообще нельзя пить. Чё они там пьют? Возьмите лучше минералку. Знаете, такая хуйня ещё есть уринотерапия, блядь? Возьмите меня за... Урина, да, знаю, хорошая вещь. Вот. Это энергетик. Можете пить, да? А никого, никого не смутило, что там на заднем плане в какой-то тихий микрофон только что кто-то сказал, что возьмите меня за хуй, блядь. Никого ничего не смутило. Я не слышал. Это вернулся. Я такого не слышал. Это Бен вернулся, вы чё? Все нормально. О, привет. Это нормально, вы чё? Я было еще помог, да. Он может вот так найти. Я вас смотри, понял, как тупо воспылал, ему нравится, похоже. Они что, такие удивились, что это такое происходит? Да нормальный разговор обычно. Да, нормальный обычный разговор. Сегодня стипендия пришла. Привыкаете, да? Слушай, Шалфир, ну вот я сейчас смотрю этот бар на Ютриджа, ну, на Бенстиллере, он не прыгает туда-сюда. Он все на стакан, три стака, и они висят. Он просто обновляет.
Это, оформите там корни, пожалуйста, по мобам. Значит, один, один, ну, один левый, один правый. Вот Вадикон Равист. Вадикон левый, Равист правый. Мобы от этого провиста. Равист правый, понятно. Это вы слабились, блядь. И этого разъёбывают. Чепуху эту, блядь. Ты сейчас МК даст, да? Да, конечно. Да, на пятерых. О, пизда, на. Вторую. Давайте, разваливаем. Глыбы, все. Ой, вот эту хуйню готовьте. Минус два нахуй. Я их ебнул! Ебать, кринж. Что-то пиздец жестко вообще. Сейчас кого-то расчехлю. Кому ты хуёво, да? Под Герой. Ебать, ко мне просто, блядь. Быстрее черепок убивайте, блядь. Это ПВПшины вырезали. Соберите эту отсюда. А ебать, третий раз кряду нахуй. О, минус один. От писала сейчас салфир, по-моему, это пишет салфир за болю против трэш мобы. Надо постельный еще застелить. О, просто буря и пол рейда разъебал нахуй. Я сейчас постельный застелю. Чего? Ну его ругает там кто-то пришел. Девочки ругают его. Ты им скажи там, блядь, пускай сами стелят нахуй. Ой, тише, вдруг он не в наушниках. Да, там, в натуре, да. Ну вот сейчас выселят нахуй. Я уже представляю себе тактику, на улице сидит, блядь, снова там нахуй. В трусах и доска. Воет, ебаный, заебал. Хули ты, блядь. Вы живы? Да, такой, воет, я сейчас приеду. Короче, история была одна интересная. Тоже зарплата пришла, и такие девочки, оп, пойдем тусить. Ресаемся, бафаем их быстрее. Студенты по-другому и не могут. Ну, блядь, вот поэтому я тусовался один. Немножко назад отойдите и резайтесь побыстрее. Седжу, ОФК. Это проверка на АФК. Ну все, кикайте. Или БП, 100 БП за АФК. Кстати, можно БЛ на не гневать. Побыстрее будет. Зергаем быстрее. Все, вам пизда всем. А здесь еще голда фармится чуть, да? Вадикон. Ну вообще ты больше за ремонт отдаешь, конечно. Бля, звездопадом расхерачило. Все, убиваем рейд, да, обновляем, да? Вот, бляха, бежим отсюда нафиг, ребят. Вы контрольте людей, как на леди, нахуй. Ну, это... Дали это фир там и бьете. Маба, быстрее меня... бьем. У меня фир 30 секунд. Ой, ебать. Вихрь. Кринж, нахуй. Бля, Рарник бежит шемом прокнутым, ну тебя нахуй. Это, знаете, тот самый мем, когда эта бабка-то зарежу нахуй, это, знаете. Так, пачку добьем, Джеймса поставлю. Чё, топа, не поспеваешь? Не, у них бы на башмаках нет этой черки. Почему медведь летает так сильно, я не могу понять. А он парашютист у нас. Заебал нахуй, убейте его уже, блять, ебаный в рот, как заебало нахуй. Вы лежите, почему? Бегите заново теперь. Пока мы этих двоих бьем, вы до сюда добежите. Хорошо, шеф. Да я сейчас мосрез дам. Какой мосрез, уже все резнулись? Просто лежать, стоять, смотреть. Мы что, БРы будем сдавать, что ли, на трэше? Это только если в танка там, срочно. Привет, Вадикон. Тут мы один хрен фармим, все откатится пока. Нет, если что-то, есть. Что-то срочное, если 5 ДПСеров лежит, ну хуя бы разве не давали. Только если танка или хила срочно. На провицах, ну вот мы два сейчас убили. Я не знаю, вот сейчас что у нас?
В рейде людей не прибавляется. Это сидят, только что не пойдет разве? У Шатастика что вообще убито? У него 4 босса хотя бы есть? Мне кажется, нет. Нет, вроде. Нет, тут же лич, сюда лич нужен. Сюда нет. Лич. Вроде сюда нету где-то. Рейда у нас. Вон биг дэмэдж есть. Этого по голове бич. Вот броса. Бича убитый, убитый, убитый. Кто там рэп читает, нахуй? Синтек, наверное. Ну да. Да. Я чипсики ем, не правда. Купил фианиты. Рэповые чипсики. Так, перекур минута, пока не добегу, тут рыба. Лучше рогаликов ничего нет. Да. Рогаликов? Да, рогаликов обязательно. Самый лучший, да, на свете. Это была очень хорошая попытка. Нет, лока нету, это вообще кринж. Тут могу дверь. Я за лока зайти, если хочешь. Кто там дверь? У тебя проходка с бигдем, блядь, сидит, ну, чилит, да. Нахуй, я не понял. У меня там лок, ну, почти 270, и немного слабики, ну, 1020 дам, думаю. А, это мифик? Ну, понятно. Да, кстати, а вот на Алтора разве проходки нету? Мне тут все равно один хуй, ничего не надо. Вот так можно КД повесить. А хиль-то будет? Надо выйти и бигдема сумануть. Ну смотри, ну лока нету. Значит, он сам прилетит. Ну, ленивая жопа, ни хрена он не подлетит. Хил нужен. Надо жопу разминать, наверное, его. Ну смотри, по сетапу мне нужно кто-нибудь упал. Как-то это странно прозвучало. У меня упал есть, но не упал. Сразу обратил внимание. Кто, Паш, вас бутнул там на куре, блядь? О, блядь. Лолкарь. Блин, вот ты такой молодежный. Ну а хули нахуй? Где ты зачел новое заклинание, блядь? Да лол кек, да. Нет, кек БЭшка. Это я не понимаю, что такое, блядь. Че, кек? То же самое, что и лол. Это хуйня не звучит. Хуево звучит. Я понял. Как лол, то кек. Да, ты даже не кекнул, что ли, да? Это слабыш, как... Ты даже не лолнул. Не. Да. А кек как кек, да? Это кек как лол, а лол как кек. Да. Взаимозаменяемый переменный. Походу в интернете, бля, чисто, чтобы... Бля, деды, вам в натуре пора завязывать, нахуй. Хега, хек это вкусная рыба, идите все лесом. Нет, нет, кек и хек это разные вещи. Деды, можно кекать... блядь. Хекать по кеку. Кекать ты знаешь, где будешь, блядь? В туалете, нахуй. Я понял. Ну с телефоном, когда сидишь, иногда кекаешь, да, маленько? Я вообще не понимаю людей, которые с телефона в туалете сидят, это кринж. А то есть книжка это нормально? А с этим нет, то что это самое частное. А с книжкой это получается? Не понял. А где, блядь, еще с ним сидеть? Я понял, на... Книжкой можно потом посидеть просто. Я понял. Так вы что, блядь, оказывается... Оказывается, микробиологию не учили, блядь. А чё, сука, Мардаунд, нахуй, как дела у тебя? Ты будешь с меня диспелить? Я диспелю, я тебя диспелю, всё, зайди, я, сука, там, блядь, рассеянный. Я 6 секунд блядь, стою, нахуй, встань, блядь. Да, я кастую 2,5 секунды молитву исцеления, блядь. Нахуй вот, всё, тебе эта молитва, блядь. Кого я потому что холика спекнулся. Похуй, просто стой и кастуй и диспел на меня. Если рейд просел, всё, круг исцеления даешь. Всё остальное не нажимай. Нахуй хилить вообще, это все хуйня. Все, я понял. Пошел, нахуй. Ребята, не хилим. Боярка здесь. Да заебал, реально, я стою, встань 6 секунд, нахуй. Вместо того, чтобы набирать агро, я просто стою, блядь. Это смотри, кринч. Смотри, скрывайте секрет. Вот смотри, берешь этот за. Там, что там, за арену, за очки чести, там, за очки арены, купаешь себе тринку. Нажимаешь ее, выходишь с контроля, все. Снимает любые виды контроля, все нормально, на мишку одеваешь вместо твоей этой, нафиг этот клык помойный, у тебя будет такая фигня и все, стандали, стреньканул, 2 минуты КД, погнали, все, отлично. Я не вкурю, как челики падают, тут вот просто, блять, вот магии инвизибл, как сдохли? Да там Тофа вроде держит. Кастами. Ебануться, блять. А еще даже реснуть не дают. Рисуйте.
фризану. Че, мы все почистили, да? А нет, еще. Нет, мы там еще два пака. Ой, мои ящики лежат. Да, мои ящики. Где... Ну, лучше бы воронки были. Ставит рыбный пир. Что за Сарио пошел? Наручи по 2000 стоят, блин. Ну отдай синтеку. Синтеку, ну ханта ебать. Буду 100 тысяч КДП. Хиль ты, блин, чё там? Не понял, нахуй. Хилю, хилю, я его... Паниша так ты ещё танчит, алё. Помимо, блять, вот умершего этого, кто там умер, еще есть это танки и другие игроки. А еще есть другие. У тебя травма есть. А что, удалная проходка есть? Тез же, ты этот ложный жмешь? Вчера да, есть, выходил. Есть. Да. Да. Он вчера приходил, чтобы был. Разъебал, ну, так-то у Бидона и Валеры тоже есть травма героическая. Я микропросадку вижу. Да, у Дешера можно, блядь. Мне кажется, Синтек там бухнул что-то, блядь. У тебя мощнее травма, так что все. Нет, я чё не пил. Показалось тогда. Что-то показалось, как будто у тебя язык заплетается. Его, походу, чипсами шторкнул, да? Не, я это. Им шпим. Бля, сегодня такой охуенный день, завтра не надо на работу. Ну, у вас сегодня еще день студента, да? Да, сегодня день студента еще. Поздравляю вас. Особенно Войда. Понял. Я помню, ходил в кружок театральный, там мужик был, ему было как Войду 30, но он все равно учился в институте. Так у меня все не потеряно. Их нарежешь. Можно и в 50. Нядька был, ему было 38 лет. Чему был? У нас в Крымче ну, тоже. Потому что все, отучился. Вот просто смотри, вот первый заход в око, мы ебанули 7 воронок. Второй фарм воронок, мы ебанули сколько? 2. И сегодня 2, нахуй. Это что за хуйня, нахуй? Они, может, порезали то, что люди стали фармить. Какое-то наебалово, нахуй. Ну, может, сейчас нападает. Сейчас вот прям вот тут вот за углом хуяк. Смотри, нихуя, воронка лежит, ебать. Смотрите, вот тут в углу, блядь. Тут сундук какой-то стоит, смотрите. Вот, где звезда, где медведь. Блядь, нихуя себе. Да ну нахуй. Чё где ты? Вот, 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 подожди, у тебя нос через стену торчит. Пиздец, что нахуй. Торкнуло, блядь. Чё, куда мы идём? Мы дальше идем, мы просто бегаем клипочку. Вообще дедушке плохо, блядь. Мы ЕП-шку зарабатываем. Мы как-то и пошли. Смотри, просто... смотри, берем на Вайда и смотри, снятие болезни. Устроение болезни. Какой болезнь, блядь, там магия, магический стан половины. Я тебе болезнь такую снимаю. Мы пришли как-то на леща, блядь. Челик поднимается к трону, к лечу, блядь. И такой говорит, о, говорит, смотрите, нихуя. Тут, говорит, сундук какой-то стоит. И, мать, весь рейд поднимается, смотрит. Сука. Ой, кринж. Че делать будем, нахуй? Лара? Давайте Лару убьем. Босса побить, может, блять, кого-нибудь. Пошли до робота трэш чистить. Да. Может, мы босса побьем? Может, Савару лучше уебнем по голове? Нормально все? Типа, 2 часа. Еще один ДД нужен, как так бы. Так у нас, ну, что, не пойдем? Мудла Мурчин находится в паровом подземелье. Ну, спроси у него, блядь. Он ливнул с рейда и пошел, типа, куда? О, он вышел, его выкинуло, потом его выкинули с рейда. Ну, он пусть ливает. На всех. Пошли снизу и ебанем, пока мы был. Еще в натуре птеродактиля сагрю, нахуй. Давайте больше бить, они. Только звездопад не давайте. А то вайб будет. Блин, сложно назвать, что ты дал. Не давай звездопад. Это как? Не жми. Он в макросе на каждый каст. А, ну не пользуйся макросом. И еще я должен... Просто стой, блин. Так, да. Что нам надо будет 3 танка, да? Так, что там? Сколько у него хп? Где он? Знаки Эльдара собираете? Ёбаный, блять. Ты что, Алара собрался бить? А чё, а кого бить?
Чё, прекращай нахуй вот это. Вчерашний вот это как бы. Кое-то заниматься. Соляру. Соляру. Пойдем же соляру ёбнем, да, нормально все будет. Хочу пиццу. Ну, ДД, добрать соляру. Ну, соляру, ну, лёгкий босс. Так а где гламур? Спроси, что там с гламурщиком, я могу на мифика зайти. Локом подамажить. Не-не, смотри, у нас получается, пойдет гламур, признанным успехом ДД, люди инвалидов ДД, останемся бидон, я и ты, и все. А, нет, бидон, ты, я, гламур. И 4 хила захиним, все это дело. И все, а тут у нас будет, получается, тогда это. Нормально все будет. Надо на инсике проходку оформить. Надо будет тогда оформим. Потому что сейчас надо этот... Хотя бы слушай, босс... Бердем думает на это лететь. Бердем? Не, ему похуй, он не двигается. Он сидит. Само Саня, наличие ты... Бердема это уже чудо. Да, Саня, ты в порядке. Ты в порядке, Саня. Бля, куда его кикнули? Так вот все равно он не идет, Федор. Вот видишь, вот вроде бы есть народ, но что-то даже в инс залететь не хотят. Лока нету, блядь. Он ХЗ куда лететь, он понимаете? Я гламуру написал. Он что-то ничего не отвечает. Он в каком-то подземелье. На гламуре сейчас не он сидит. Написали, что хозяин перса придет через минут 15-20. Мужики, там Бигдем не знает, куда лететь. Вы можете увидеть? Все он знает, куда лететь, блядь. Да не знает он бы не он пиздел. Он знает, куда лететь. Не надо пиздеть, он вот так тупой. Пошли. Я думаю, что он тупой, он не знает, что вы его. Но, нет, это его, вот так он выебываться умеет просто. Ну мы же понимаем, что это шутка, ебать. Ну, захотел он почилить, ничего страшного. Общая шутка просто, блядь. Я не пойду с умолен. Следит. Вот ты прикинь, он реально окажется, что не знает. А боба. Челик, который больше всех в рейде знает про вов нахуй, не знает куда лететь. Ну да, блять. А кто? Все спеки, все классы нахуй знают, и он не знает куда лететь. Ну да, конечно. Ну да. Все да. Классы, все спеки, блять. Ну, вообще, как бы он сидит, вас и слышит прекрасно. Ну. А-а-а. Не, ну хпал он знает охуенно. Не знаю. А я знаю. Все знают, да? Один ну, что, давайте хоть Феникс убьем, что ли? Один только Сет же нихуя не знает. Надо набрать тело еще здесь. Одно. Я не знаю, кого тут, кого брать. Без хапала. На Лока могу зайти, если что. Без хапала хуйня будет. Есть желающие сегодня после РТ сходить в Ульдуар 25 по-бырому? Нам, по сути, либо обновлять и заново бить мобов. Ну. Кого? Чё, блядь? Пошли, блядь, на соляру. Соляр, реально, сейчас Биг Дэм суманём, 24, нормально. Говорю, друиды и признан спекой в ДД. А бидон я и синтаки хитим. Сидит, чё, просто нужно, чтобы, нет? Блядь, ебаные люди не слакали и выносили метку. Ну, там всё похилится 3 хила, ДПС хватит нам. Там Биг Дэм выдаст 25-26 миллионов. Ебаные люди, нах. Гламурченый, можно бить соляру. Ну, блин, нам просто нужно 4 хила, таких, чтобы нормально выхилили, все. Запись мы нахуй. Он сидит, у него тоже нету проходки сюда. Это надо раньше. Слушай, мне кажется, надо этот опрос сделать в гильдии, что у кого есть проходка, типа, ну, в ЗС и ВОК. У кого нету, блядь, я не знаю. Ну, или у кого нету. Нет, ну серьезно, потому что это как бы уже реально как бы, ну, не смешно. Мы блядь, пришли, у нас 20. У нас взять, 9 часов было. Ну, ты сейчас прошел сначала РТ. У нас сидело 21 человек, блин. Ну, типа, ну куда это катит? Мы так не ЗС, ни окна не закроем никуда. У нас так и будет Т5 валяться. Ну, как освоение начинается, так сразу люди начинают пропускать. Ну, в Геру на следующую. На КД я могу зайти на хапале Геру принести. Ну, либо Биг Дэм, если зайдет на хапале. Так ты один, блядь, смысл ты, блядь, сидит и на друге.
Или кто-то другой будет потом на паладине. Проверка на атака. Ну, если надо будет, я типа могу как на друид, так и на паладине заходить. Типа. Смотри, у нас, надо, кажется, есть... Открыть, у кого нету проходки именно. Ну, вот нужно, у меня на инсике нету проходки. На да это не у тебя на инсике, это у Биг Дэма на инсике нету. Блядь, инсика так-то мой персонаж. Ну, ну наш персонаж. Ну, наш персонаж. Ну, бляха, нет, надо собрать людей, которым прям именно надо. Ну, если собрать... Как бы, кто нас-то нужен? У нас... Кого нету? У... А продакса нет. У кого-то количество хилов, видишь? 300 хилов. Настолько хилов здесь, считай, некоторых боссах вообще не надо. То есть надо большое количество хилов только на роботе, на Ларе, скорее всего, но на первое время. Как будто Биг Дэм пойдет сюда, блядь, на хулипале. Ну да. Ну, на самом главном... может пойти на хулипале, когда нету хулипала. Надо синтек тебе быть в друиде, вот и все. Почему? Ну потому блядь, что... Биг Дэм АФКшит, блядь. Заебал. Ну ты видишь... Что второй день хуета какая-то. Я же готов подставить под вас там, блядь, на хэпалах там играть этих вонючих, а вы, блядь. Закрывать до воскресенья, короче, потеть. Можно 4 дня. Если нужен хулипал, а понедельник, вторник, среду отдыхал. Ну так-то, так-то заебись. Бидон, Биг Дэм. То есть сейчас Равис, у тебя ВХ, поэтому ебать ты в сове. Сука, сделаю воронку, ты мне эту фразу никогда не скажешь потом. Хорошо. Сколько у тебя там осколков у Ланира? После последнего общения на форуме 3 теперь. Че, отсудил что ли? Да если мы ходили хотя бы 4-5 человек из гильдии было бы хотя бы, то да. Там просто Калагорна не убивается, погибли вообще, ну, до связи. Как это 3? Калагорн, блядь. У тебя же 15. Не, было 15. Я 2 носил с собой на удачу в сумке всегда. 13 у меня лежало в ГБ, ну, в банке. Они с банка съебались. Я написал на форум. Мне сказали, либо давай скину, либо идешь нахуй. А на следующий день удалили мою тему. Нихуя. А как так? Я хуею. Ну, тест. Всем пришел. Хорошо, заебись. А там же на сайте Зируса отмечается каждый осколок, когда ты его полутал. А когда ты... А когда ты лутал? Ну, там типа отмечается все, что ты получил. Да. Не, ну... Можно заскринить, блядь, там дату видно. Так ну, там отлично, лист, это... а он лист увеличивается этот, ну, разворачивается? Ну, давайте посмотрим. Там дохуя страниц этого листа. Как не там у тебя вроде все, что ты за месяц получил, хранится. Да, за месяц. Все, что можно вернуть, типа. Да, нихуя не слышал. Я свои ссылки летал в актуале. Биг Дэм, блядь, что ли? У него, как сломался, всегда, походу, микрофон, да? Нихуя не сломалось. Ты просто шепчешь, тихо говоришь, или он у тебя в затылке. Ну смотри, я сколько лутал в актуале К-25. Не, сейчас нормально было слышно. Понимаешь, там просто сомневаюсь, что сохранилось так долго. Если сохранились, у тебя сохранилось все за последние 3 месяца. Ну вот. А зачем ты хранил 2 в сумке, а 2 в банке? Вот ты им пишешь, что можем, если хуйня не логично. Ну это типа старые вот эти в банке лежали, которые с актуала ИК. А, видимо, это новые, которые он недавно выбил в сумке. Нет, выбили недавно, мы только 2, да, два сколько? Не, один там упал. Один? Ну, тем один, более один. Даже. Короче, я ходил как-то это... раз в льду 10, и там выпал осколок. И я никому об этом не сказал, и он все равно у меня есть. Охуеть. Это, по-моему, даже на видосе есть, нахуй. Ну, у меня была придуманная фигня, это на другой маке, и на голда съебалось. Я тоже долго-долго не заходил, захожу, голда съебалась. Там сколько, там недели две прошло, они по логам ее вернули. Ну, времени хотя бы много. Спросите прошло. Гламура, он вообще будет там, нет? Сколько там еще времени? Где там хозяин перса, блядь? Так, а ты напал и сделал проходку сюда? У меня напали есть. Есть, Синтеку. Это понятно, и Синтеку страшно. Ну, так, что, короче, минус обидел. Сейчас мы ждем одно тело. Я проходку не сделал, когда я зашел на хулипала. Воид сказал, что меня пиздует обратно на друида. Привет. Привет. Да. Я сам виноват, Воид.